Мотобол появился в Ленинском районе в 1972 году. С тех пор видновчане пристально следят за успехами команды «Металлург», коих за несколько десятилетий было немало. Напомним, что в этом году видновские мотоболисты завоевали Кубок России, а в составе сборной страны 25-й раз стали чемпионами Европы. В сезоне остался один незавершенный турнир – чемпионат России. 24 августа «Металлург» принял участие в последней игре предварительного этапа соревнований, порадовав победой на домашнем стадионе. 17-4 с таким разгромным счетом закончилась встреча с командой «Заря» из станицы Староминской Краснодарского края. Голы у видновчан забили Никита Семин 1, Антон Гусев 4, Владимир Сосницкий и Иван Криштопа по 6. По итогам двухкругового турнира места распределились следующим образом. Первое у команды «Колос» из Ипатова Ставропольского края, второе у «Металлурга». Видновчане дважды проиграли ипатовцам со счетом 1-4 на их поле и 5-6 у себя. Далее на третьем месте команда «Агрокомплекс» из станицы Кирпильской, на четвертом – «Ковровец» из города Ковров, затем «Комета» из Кущевки и завершает список сегодняшний соперник «Металлурга» – команда «Заря». Для последних двух участников турнир завершен, а вот первые четыре встретятся в плей-офф. Предыдущие очки из группового турнира аннулируются, но перед началом четырех финальных игр команда, занявшая первое место, получит 3 очка. Второе – 2, третье – 1, четвертое – 0. С таким багажом начнется борьба за звание чемпионов страны. Поддержать видновских мотоболистов возможно будет и на стадионе «Металлург» 6, 7 и 8 сентября. Игры видновчан будут стартовать в 18:00. Итоги всех турниров станут известны лишь 23 сентября.